Весна 1942 года. В сводках Совинформбюро Можайск, Ельня, Ржев, Вязьма. Ломая упорное сопротивление противника, советские войска вплотную подошли к Сурожскому и Меховскому районам Витебской области. Июня 41 года, на пятый день войны, пройдя более 300 километров, войска вермахта оккупировали Минск. Город полыхал пожарами. Уже на следующий день установлен комендантский час. Огромное количество пленных согнано в лагеря. Вышел приказ о запрете советских радиоприемников. В здании партийной школы разместился Абвер, немецкая служба разведки и контрразведки.